Филипп, а да. У вас есть кто-нибудь? Это лично, мы такое не спрашиваем. Какие вы хорошие журналисты. Тогда задавайте любые вопросы. Цвет настроения синий. Цвет настроения синий. Я не могу счастливее. Ибица. Мы лучше. Лебедрош? Да. Нет. Пуск. Народ. Тебе кажется, человек из болгарской фамилии русский пишет. Да. А если мое, оно будет моим до конца. Исполнитель первого рэпа сидит перед вами. Золото моя, я твой зайчик. Даже если я тебя сделаю упырем, да. Все равно будет торчать зайчик лучше, как бог. Все, я закончил. Ты сейчас понимаешь, что очень много осталось в стороне. Честно говоря, жалею. Вот сейчас хочу наверстать. Филипп Киркоров. И один из самых главных хитов ушедшего года. Цвет настроения синий. Спасибо. Заправиться, Филипп Петрович? Подзарядиться русскими просторами, это же класс. Особенно в луке от Гуччи, это, конечно, кощунственно. Сейчас бы телогреечку, такую ухушаночку. А то это, конечно, смотрится, выглядит пошло. И обрету я на свою голову хулу, интернет, аудитории. Вот, понты. Ну, в 94-м сколько мне было? Меня наставили на путь фэшена умные люди. Кто это был? Кто это был? Угадай эту фразу. Кто это был в 24-м году? Кто этот человек, который образовывал меня правильно кушать, суши я попробовал первый раз, цезарь-салат, попал в ресторан «Метрополь». Кто это был? Хотя я был звездой уже, все, но это как-то шла жизнь параллельно меня, вот эта вся. И вот, собственно говоря, и оделся я. Ой, смотри, самолет. Любишь самолет? Я очень люблю. И не боюсь их. Знаю, что это не моя судьба. А ты веришь, что? Да. Мое всегда найдет. И если мое, оно будет моим. Не мое, оно не будет моим. А если мое, оно будет моим до конца. Ибица! Я тебя поздравляю с премией. Я тебя поздравляю. Это наша победа. Это на двоих. Мы лучшие. Лучшие. Снимать там Антон Пустовой, композитор года, цвет настроения синий, Ибица, пьяная вишня. Это у нас такой бэкстейдж, снимаем маленькое всем кино. Привет. Узбекистан, Ташкент. Расскажите про ваш сегодняшний образ. Ну что же, это оливье. Лебедрош? Да. Мне туда. Туда. А где? А вот. Здравствуйте. До ре, до с. Это Филипп Киркоров. Цвет настроения синий.
Внутри мартини, а в руках бикини. На вас прольется золотой дождь успеха? Yeah. Давайте другое. Давайте другое. Странно. В этой жизни необходимо попробовать все. Ну, в уме? Та часть жизни, которая была тайной, наконец готова проявиться. Что это? Секс-досье на индейце. Кто был здесь у нас? Сначала Пугачева, Сергей Лазарев, Ваня. Кто здесь был у вас? Ой, у нас были все практически вещи убийства. А слава душа, убийство. Душа – это филармония. Нет, душа все это туда. Да, вот туда. Да. Душа – это. Ой, мной недопитая, грусть размытая. Где ты идешь не со мной и согреваешь чужой след? Но не потушен судьбой сердце до боли. Благодарная миссия прерывать вечеринки, вот как сегодня. Так хорошо все складывалось, пелось все. Но я понимаю, что середина рабочей недели, я не пью, друзья выпивают. Я понимаю, что дабы им завтра не рвать на себе волосы, мне надо было ударить по рукам всем и сказать, все, все закончено, караоке больше не поем нашим сегодня и по домам. А на самом деле, это у меня почему-то это чувство ответственности с детства. Со школы и до сих пор. Вот даже в гримерке, может быть, видели, уходим, там не охрана моя проверяет, все ли мы забыли. А я вот смотрю так, а чей это шарф? А чья это сумка? А чья это? То есть я вот прохожу по всем местам, где пустил корни временно, и смотрю, кто чего. Вот это вот, что это, как это называется? Или висит криво картина? Вот я не могу, мне надо обязательно подойти и поправить ее. Хотя у самого в квартире просто сумасшедший дом, но этот сумасшедший дом, я знаю, что где лежит. Но если увижу, что лампочка вдруг перекосилась или люстра, или там как-нибудь торшер не так стоит, я обязательно подойду и поправлю, потому что меня это дико раздражает. У нас сегодня светский выход. Здрасте. Пожалуйста, Саша, где наша кучка-то? Там я видел, где-то. Кучка наша, могучая кучка наша. Слышишь, наша девочки из балета приносят фотографию. Кто это? Вы никогда не догадаетесь. Молодой. Вылыбились. Я вас очень люблю. Спасибо. Здрасте. Ярмарка тщеславия. Ты не Орин? А как моя дочь? Анна, Лев, Эрик, на сцене Академического Большого Театра России. Артурчик. Саша. Привет. Hello. How are you? Мистер Кесарис. Мистер Кесарис. Красавец. Подруженька моя. Филипп. А. Вам пить, чтобы люди вам помогли. О, можно мне, пожалуйста. Спасибо. Сидечки, зарплату повысили. Это да. Давай вернемся в 88 год, 89. Все в дефиците, ничего нет. Самая заветная мечта каждого россиянина, включая меня, человека с болгарской фамилией, русской душой, был автомобиль «Жигуль». Причем, ну, «Жигуль» вообще «Жигуль», а вот предел мечтаний, девятая модель, мокрый асфальт. Вообще, это просто удалось договориться с руководством Тольяттинского вот этого завода, что к ним приедет молодой артист. А я так к тому времени спел уже, как это, твоя любимая песня. «Небо и земля». «Небо и земля». «Ты-ты-ты». «Ты-ты-ты» и «Атлантида». У меня было три хита, которые, значит, меня выводили в люди. И вот на этих три хитов, как говорят, ну ладно,
пусть к нам приедет Киркоров, даст, внимание, дальше, 20 концертов по цехам и один концерт на площади и один концерт в зале. Ну, как бы людей повеселить. И за это мы ему соберем вручную 9-ю модель, но дальше, внимание, не подарим, а дадим возможность ее купить вне очереди. Меня повезли на завод, показали мне мою машину. Она мне верой и правдой служила 5 лет. 5 лет. Моя любимая была машина, 9-ка, мокрый асфальт. Я потом на ней разбился. Да, в Москве прям почти напротив дома, на набережной. Не вписался в поворот. И в дерево. Я даже вижу, я это дерево сюда обычно проезжаю. Вот оно, злосчастное дерево. Так было жалко. Дерево? Машину. Самара! Нас ждет Самара. Ночная. Будет поход в кино. Цвет синий такой. Да, знаешь, подготовились к встрече. Звездой. Вау. Смотри, уже елки. А, да, мы хотели елок. Мы хотели елок? Да, хотели. Мы хотели Деда Мороза. Богемская рапсодия про моего любимого Меркурия. Какое место и какой ряд выбираем? Вы в 8-м ряду. Спасибо большое за приезд. Завтра ждем концерта. Фрукты поплыли все, кроме ананаса. Не успели. Какой тебе главный совет дали в жизни? Совет или, так скажем, чему я следую? Ну, все, что Бог не делает, все к лучшему. Когда я поехал на Евровидение, Россия была одна. Петь надо было на русском языке, с живым оркестром. Россию никто не поддерживал, никто не голосовал за Россию. Как бы я ни спел, даже гениально. Вся эта Скандинавия друг за друга голосовала, и все. Сейчас все по-другому. Сегодня 15 республик, которые... Правда, сейчас такая ситуация политическая, что и они тебя топят. Но где-то в середине нулевых ситуация была, когда все российские артисты, которые бы не поехали, занимали там какие-то высокие места, входили в пятерку. Трудно быть первопроходцем. Я же был первым, кто поехал на Евровидение практически. Но я тогда сказал себе, я возьму это Евровидение с мором. Я обязательно его выиграю. Даже не как исполнитель, как композитор или продюсер. И в принципе уже несколько раз был в шаге от победы. Это было с Анней Лорак, это было с Сергеем Лазаревым. Второе место. Так что я обязательно выиграю этот конкурс. Я знаю, что я его выиграю. Вопрос времени. Может быть, даже в этом году. Святая земля мне принесет успех. Циркачи! Как вам быть двойником Филиппа Киркорова? Ой, прямо кайфанул. И гонорар главное. Если Волга разольется. Помнишь, фильм «Волга-Волга»? Вот она, Волга, матушка. Не знаю, почему мне так вода всегда нравится. Успокаивает? Наводит на мысли. О вечном. Расскажите, пожалуйста, как вам двойник Филиппа? Очень-очень похож. Поэтому, очень, он, поэтому как двойник, да, оделся, вот любит, да, вот ходит. Мы были на его концерты, когда он еще был в этом. Ну, ладно. Я всегда посещаю знаковые места в городе, когда приезжаю, обязательно я подпитываюсь. У меня же шоу «Эпик», я сам «Эпик». Пуск в народ. Боже мой, какими судьбами. Команда КВН выиграли чемпионат в Самаре, а их руководительница моя давняя подруга. Спасибо, спасибо. Вы не знаете, как меня зовут? Китай. Осторожно, возьмите в сторону. Сцена ниже, ребята там готовы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, недовольные есть? Да. Недовольные. Кому не хватило, что?
Сейчас ты мне надо не расскажешь, когда вы приехали. Ты хоть и минуту назад приехали. У тебя С? Да. Тебе надо М? Не знаю, мне кажется, нормально. Тебе кажется. Это тебе кажется, а мне кажется по-другому. Кстати, вы понимаете, что это дефицит? Конечно. За это люди убивались друг друга. Светская Москва рвала волосы, чтобы заполучить эти сапоги. Цените, руководители. А ты иди сюда. Главное не улыбаться. Свое шоу делать. Моя деточка. Ну что? Начнем. Начнем. Мы начнем, начнем. Это кто сказал сейчас? Я. Места какие? Сегодня мы прощаемся с шоу «Я» в Самаре. Мы прощаемся, ну? Они пришли посмотреть, попрощаться с нами. Рад. Спасибо за шоу. Спасибо за шоу. Вообще здорово. Очень понравилось. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Какой твой любимый тур? Тот самый 98 года, который начинался 30 концертами рекордными в Петербурге. Любимый только для вас. И по стране. В стране, когда ничего нельзя было, нигде. Арендовать самолет нельзя было. Это сейчас можно. Любой каприз за ваши деньги. А тогда даже за деньги нельзя было зафрахтовать самолет. И мне это удалось. Мало того, что зафрахтовал, вот свой портрет сюда разместил. Написал Филипп Киркоров, шоу название. И полетел по всей стране. Мы дали 40 концертов. И вот тогда мы впервые повезли все. Двухметрового зайца на сцене. Ну, зайка была в тот год, в то время. Цвет настроения синий был зайка. Я как раз находился под впечатлением общения с Майклом Джексоном. Мне очень хотелось в этой стране сделать что-то подобное. По масштабу. Потому что я видел, как у него это было все. И у нас это получилось. Он к тебе опоздал только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу. А прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам. Не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердцем проиграна. Ты сама это выбрала. Он твоя. Он бессонница. Не начавшись эта история и закончится. Твое творчество как?
как-нибудь Алла Борисовна повлияла? Сейчас говоря не про личную жизнь, а именно. По музыкальному материалу, по подаче, по отношению к делу, по профессионализму. Тем более я видел, как она работает, и, естественно, волей-неволей ты перенимаешь все самое лучшее, что тебе дает мастер. Она мастер. Работать с мастером – это счастье. В театре, в кино, у каждого свой мастер. Вот у меня был этот мастер. Совпало еще, что и в жизни личной. На сцену выходит, это прям, ай, люби меня. А в жизни это достаточно очень жесткий, суровый человек. С очень серьезными принципами по жизни. Что и делает ее, может быть, столь великой не только на сцене, но и в жизни. И в этом и заключается притяжение личности. На моем пути, сколько я слышал там, появилась Жанна Агузарова, это новая Пугачева, появилась Ирина Аллегрова, появилась Земфира. Все, Пугачева умерла, Земфира, виват. Вот они все как-то, так скажем, на этой вершине, на этой пике. Сразу почему-то надо убить предыдущего. А Пугачева есть, была и будет. Вот масштаб личности Пугачевой позволил ей перейти несколько поколений, несколько десятков лет и остаться, и пойти дальше, и экспериментироваться, идти на компромиссы какие-то жизненные, музыкальные, поиски, все. Значит, мое глубокое убеждение, что все зависит от самого артиста. Хочет ли он пойти дальше, развиться, петь не свои песни, а чужие? Я четко убежден, что если Максим захотел бы, так скажем, задержаться на рынке и продолжать оставаться в топе, она бы этого могла сделать. Так же, как и любой человек, любой артист, который готов сегодня там все небольшое имя, а завтра это же не имя. От желания все зависит. Вам не холодно будет сегодня? Буквы сам лично рисовал. Сам? Да. Отталкиваясь от вашей буквы Я. Как тревожен этот путь. Этот путь куда-нибудь. В детстве я жил напротив кинотеатра «Иллюзион». И все вечера после школы я ходил на каждый сеанс фильмов, которые показывали. Ни в одном кинотеатре Москвы больше их не было.
Это фильмы классики, все киноклассики созданные. Я пересмотрел все. И волей-неволей я стал человеком, который влюблен в кино. Хотел бы сниматься гораздо чаще, чем это у меня получалось. Но, к сожалению, еще Никита Михалков четко обозначил и поставил мне, как это называется, печать на всю жизнь, что мне не светит кино. Кого бы ты хотел сыграть? Задал мне Никита Сергеевич вопрос. В театре, я говорю, или в кино, я говорю, я? Вообще я. Король Лир. Я не Гамлет, я король Лир. Он говорит, ну, кстати, может быть. Но вот беда в том, что вот ты выйдешь, и все равно все будут видеть Киркорова, к сожалению. Что бы ты ни сыграл, и, к сожалению, это правда, потому что на них тот образ, взросшенный мной за 30 лет в сознании людей, ничего с этим не сделать. Поэтому все роли, даже в кино, волей-неволей, крутятся вокруг меня самого. И у кого удается удачно сделать этот симбиоз, как, например, в любой большом городе, где я сыграл Святого Валентина, и то Валентин Бедросович. Даже хотел мой друг, казалось бы, вместе выросли, Федя Бондарчук, шутил, говорит, даже если я тебя сделаю упырем в нашем фильме, там вот эти все, все равно будет торчать зайчьи уши Киркорова. Налево. На сцену сюда? Нет, налево. У вас сцена прямо около гримерки. Когда там коллектив придет? Так, коллективчик, вы готовы? Да! Попрощаться навсегда шоу «Я». Я хочу вам сказать большое спасибо. И уже через месяц мы создадим новое шоу «Я плюс я плюс мы». Так что вперед, не грустить. Главное, что мы вместе продолжаем идти дальше. Идите ко мне. Идите ко мне. Идите, мои дорогие дети мои. Мои дети. Монстрики. Монстрики. Ну, все, давайте. Получим удовольствие от заключительного прощального шоу «Я в городе Перми». Перми, кстати, когда-то был мой первый концерт в жизни вообще, в Перми, в далеком 88-м, 30 лет назад. По иронии судьбы, последний концерт шоу «Я» здесь, но не мой последний. Грустно, грустненько. Антон, я... Приятно. Но. Зайка моя, я твой зайчик, рыбка моя, я твой... Там, что там? Это форма общения у них такая сейчас. Интонации, темы, сленг. Эти коллаборации с рэперами, они достаточно интересные. Это, конечно, не мое, но отрицать некоторых ярких представителей рэп-культуры я не стану. Ну вот с черным, это они к тебе уже пришли? Как? Все проекты появляются очень случайно, спонтанно. Песни рождаются случайно.
Это мне предложил вот наш молодой талантливый клип Егор. Он, собственно говоря, и это была его идея, коллаборация. Егор Крид, он прислал кусочек темы. Говорит, как вам? Ну, а тут уже дальше моя интуиция подсказывала, надо мне это или не надо. Она сказала, что это интересно. Я говорю, ну зависит, какая тема. Она говорит, тема цвета состояния черный. С одной стороны, я подумал, что это странно будет выглядеть повторно. Но никак не могу предположить, что цвет состояния черный переплюнет даже вот по YouTube аудитории, даже цвет состояния синий. На данный момент цвет состояния черный 70 миллионов просмотров. Такие сейчас малыши ходят на мои концерты. А тинейджеры повалили просто толпой на мои концерты после цвета синего, черного и Ибицы. Мы прощаемся с шоу «Я навсегда». Теперь готовы нас принять. Тебя найду. Мне сегодня снился кошмар, что я остался один. Кто-то очень любит состояние, я терплю. Хотя перманентно в нем постоянно пребываю, потому что то надо собраться, то надо сцена перед сценой, за сценой, после сцены. Ой. Эта профессия выхолащивает так, опустошает. Некоторые говорят, вот, вы заряжаетесь. Нифига. Все отдаешь. Если дети пойдут по твоим стопам, ты будешь рад или нет? Нет, нет, не дай бог. Сейчас их там зовут моделями походить детскими на всяких показах. Ну, это игра, как бы, для них это, особенно для девочки, это как бы игра в принцессу. Ну, ладно. Убежден, все в руках самого артиста. Хочет он реализоваться, реализуется. Ленится, не хочет, семья, дети, отдых, значит так. С одной стороны, пример мой. Я много пошел, работаю. Только сейчас понимаю, что очень много осталось в стороне. И, честно говоря, жалею. Вот сейчас хочу наверстать. И в личном. Я очень люблю путешествовать, но не гастроли, а вот просто. Все осталось в стороне. И какая-то. Кто-то подсчитал же. Какие-то эти исследователи. О чем люди жалеют, когда умирают. И на первом месте у них о том, что мало путешествовали, что уделяли мало близким и любимым людям времени. Эй! Как дела? Все, я закончил гастроли. Скоро буду дома. Уже получается послезавтра. Скоро буду, скоро буду. Пока-пока.
Мне же Ванга нагадала. Снова я один. Вся жизнь дорога. Дальняя моя маленький дорога. Мои родители к Ванге отнеслись. Долго не могли родители понять, что за гора, на которой я буду стоять и размахивать металлической палкой в руках. Долго не могли понять, что это такое. А потом ответ пришел сам по себе. Так. Что не отыскал? Микрофон. А гора — это типа Олимп, Олимп. Музыкальный, да.